Ставь лайк за 2 секунды, если ты любишь смотреть видосики на YouTube. Считаю. Раз, два. Всем привет, меня зовут Алексис. У нас сегодня крутейшая подборка, 8 игр. Начинаем с игрушки Sushi Roll 3D. Это очень крутая игрушка, тем более я сюда задонатил. У меня открыты все VIP-клиенты, которые здесь есть. Кстати, после этой девушки мы с тобой будем обслуживать VIP-клиента. Смотри, девушка заказала свежайшую рыбешечку, ну то есть суши из свежайшей рыбы. Давайте-ка мы тогда их приготовим. Кстати, обязательно ставь лайк, если ты хотя бы раз в жизни ел суши. Смотри, получается вот такая вот, вот такой вот кусочек рыбки. Мы аккуратненько вырезаем тот кусочек, который, ну типа, который девушка заказала. Кстати, рукой мы это все режем, представляешь? Представляешь, какая острая рука у этого паренька? А, 4 кусочка, ничего себе! А ты не лопнешь, деточка? И все, готово. Давай-ка мы это все, наверное, смотри, выбираем тарелочку. Кстати, это тоже за донат. Я открыл все тарелки за донатик. Допустим, вот это вот. Какая-то консервная крышка. Крышка, от, знаешь, от мусора какого-то. Поливаем это все соусом и... Еще вот этим соусом хочу полить. Все, приятного аппетита. Тебе понравилось? Да, очень даже. И следующий у нас идет VIP-клиент. Вы можете, получается, обслужить VIP-клиента только за донат. То есть, видите, я задонатил, он мне открыт. Вот VIP-клиент. Let's go. Давай-ка мы его обслужим. О, ничего себе, посмотри. Он хочет суши из... Так это какие-то свечи. Потом, смотри, пергамент, книга... Книга заклинаний, ничего себе. Это что, что за суши такие будут интересные? Так, это все мы ручкой порезали. Выкладываем на эту беленькую тарелочку. И, кстати, посыпаем сверху, смотри, чем, клубочком и лазарем. Жесть. Ну, в принципе, это такой был заказ. Клиент всегда прав, как говорится. Хорошо, давай-ка мы еще обслужим нескольких чувачков. Это просто обычный клиент. Он хочет салат. Давай-ка мы его тогда сделаем. Так, нам нужно порубить огурчик. Есть, порубили. Дальше выбираем морковочку. Рубим на меленькие кусочки. Так, это есть. Дальше посыпаем вот такими вот специями. Немножечко перчика добавляем. И я тебе хочу сказать, что смотрится это довольно-таки симпатично. Тарелочку мы возьмем вот такую вот, типа как яичный желток. Супер. О, остренько, да, было? И окей, давай тогда еще одну девушку обслужим. Это, кстати, уже 6-й день. И мы получаем типсы. За каждый день мы получаем типсы. Так, возвращаемся обратно. Как я уже сказал, давай-ка мы еще обслужим эту вот девушку. Она хочет макарошек. Давай-ка мы ей приготовим макарошек. Так, есть. А, еще немножечко, да, юшечки добавить. О, самый раз. Сюда мы добавляем черное спагетти. Отлично. Ну, немножечко мы там не попали как нужно. Натираем вот эту вот штуку, я не знаю, это, по-моему... Напишите в комментариях, как называется эта вот ягода, ну, либо это фрукт какой-то. И все, тарелочка будет такая. Приятного аппетита! Сейчас мы поиграем Эво Скибиди. Перед началом я бы хотел показать тебе монстров, которые здесь есть, вот эпические. Вот Мамми Лонлег, Слендермен, легендарный. У нас, к сожалению, пока что только 2 не открыто, все остальные открыты. Ну и обычные вот такие вот. Давай-ка мы, допустим, выберем сначала Among Us. Вот. И нам нужно, получается, поймать эту вот девушку. Я тебе сейчас покажу максимальную прокачку этого Among Us'ика. То есть, чтобы прокачаться, нужно просто поедать вот такие вот плюшечки и избегать те, которые подсвечиваются красным цветом. Так, это его вторая эволюция. И сейчас, я думаю, будет третья эволюция. Ну, почти что. Есть! Все, он поймал эту девушку. Наш Among Us'ик. Сейчас он высосет у нее, из нее всю энергию. И забросит вот туда, вот где-то далеко. Это очень классная игрушка. Я специально вне ролика играл, открывал все вот эти вот скинчики, потому что часть из них открываются за уровни, часть открываются за денежки. Мне приходилось смотреть довольно-таки много рекламы, потому что смотреть за уровень мне дают только почти что 800 монет, а чтобы пооткрывать там монстров, они стоили по 12 тысяч. То есть ты понимаешь, да, как много мне нужно было собрать денежек. Выбираем следующего другого какого-то чувачка. Давай возьмем эпических каких-то. Это будет у нас Мамми Лонлег. Кстати, если ты знаешь, кто это такая, то поставь лайк. Мамми Лонлег. Let's go. Сейчас тоже постараемся ее прокачать. А чтобы она прокачалась, мне нужно собирать перчаточки. Так, отлично. О, вторая эволюция, Мамми.
И сейчас будет третья эволюция. Класс. Ну, смотрится она, конечно, так эпично. Давайте сблизка посмотрим на нее. Угу. Серьезная, конечно, женщина. С этим не поспоришь. Забросила паренька на X10.5. Уху. Кстати, где-то скоро должен быть бой с боссом. И там у нас откроется новый перец. А, вот сейчас бой с боссом. Так, ну давай для борьбы с боссом я выберу, пожалуй... Давай вот этого вот мутанта выберем. Он должен сразиться с боссом. И тот босс, с которым я буду сражаться, мне его, получается, и откроют. Игра пушечная. Но ее, друзья, довольно-таки сложно найти. Она на Android, но в Play Market вы ее вряд ли найдете. Ищите ее в у других источниках. То есть на каких-то других сайтах. Потому что просто так вот в Play Market вы ее не найдете, если будете искать. О, сражаться я буду с вот этим вот чуваком каким-то лысым. Ну, я его довольно-таки быстро уничтожил. Все, он улетел. И я сейчас хочу за него сыграть. Неужели это его максимальная эволюция, вот это вот, что мы забросили? По-моему, что нет. По-моему, что это его первая эволюция. Кстати, вот, вот в сундучке мы с тобой его и получили, собственно говоря. Ну что ж, выбираем тогда его, он уже выбран. И, кстати, здесь можно прокачать еще Power, смотри, доход. Я почему-то не прокачивал его, не знаю. Вот он. А, нет, это, наверное, была его максимальная эволюция, ничего себе. О, смотри, мы уже за новым перцем бежим. Кстати, я их раньше не видел. И нам нужно собирать вот эти вот шапочки, или это клюв какой-то. Что-то не... как будто клюв, реально. Так, я хочу посмотреть на максимальную эволюцию этого перца. О, ничего себе, смотри на... Вот это, конечно, жесткий чувак. Это все-таки, наверное, какой-то типа как шляпа. Такая странная. Car Crash Survival Challenge. Первый уровень. Это у нас получается что? А, это типа стоп или что? Что это за кнопка R? Я думал, что как бы задний ход. Итак, давай-ка мы поедем к шлагбауму. Мы можем его сбить, походу, да? А что это? А, это типа как препятствия какие-то, да? Ладно, разгоняемся. Вау, уже бампера нет у этой машины, представляешь? И мы проехали с тобой на 89 метров. Давай мы прокачаем тогда Power. Поехали. А что будет, если я вот так вот сделаю? Да, в принципе, ничего не произошло. Но, знаешь, мы с тобой рулить не можем у этой машины. То есть, смотри, когда ее сносит с дороги, она сама заезжает сюда, на эту полосу. Ой, смотри, загорелась прям. Я думаю, сейчас не будет 80 метров. Ну, 80 есть, но наш лучший результат 89 метров. На этот раз покупаем скорость. Let's go! Бам! Смотри, это просто жесть. Разнесли здесь все, что только можно. И, кстати, я очень быстро разогнался. Ну, знаешь, я так понимаю, что эти уровни не обязательно очень быстро проходить. Я думаю, что даже чем медленнее мы их будем проходить, тем лучше будет. У нас достаточно денег, чтобы прокачать себе Power, чтобы двигатель был помощнее. Смотри, а мы врежемся. Опа! Да, я врезался. Смотри, ничего себе, машину просто подняла эта штука. Хорошо, разгоняемся. Поразбивали все эти вот стекла. Оу, эта машина даже может, наверное, перевернуться еще. Бум! Полный вперед! Да, конечно, тачечку мы с тобой немножечко покрошили. И, кстати, худший результат, 76 метров. А это у нас соревнование, ничего себе! С боссом, представляешь? Так, поехали. Ну, я, конечно, думаю, с легкостью бы обогнал бы этого босса. Вот уже как бы финиш, типа, давай, ай! Чисто из-за того, что я на финише вот так вот немножечко лоханулся, то мы проиграли. Давай попробуем еще раз сыграть с этим боссом. Я думаю, что на этот раз я его обгоню обязательно. Так, поехали. Все, полный вперед. Так, давай. И вот здесь главное. Вот здесь главное не налажать. О, все, видишь, он врезался, а мы нет. И поэтому... победа! Gun Up 2048. Это уже 10 уровень. Я немножечко вне ролика поиграл в эту игрушечку. Смотрите, какие у меня здесь есть кубики замечательные. Сейчас вы поймете вообще, зачем эти кубики. Зачем вообще они здесь нужны. Сейчас я вам покажу.
Так, мы должны получить с вами как можно большие кубики. О, 1000, смотри, 2000, 4000. И все, это пока что самый мощный кубик, который здесь у нас с вами есть. Это хорошо. Так, все кубики, которые были 4 уровня, стали 8 уровня. И это все. Смотри, вот наша пушка. Выбираем, допустим, самый мощный кубик, бросаем давай на урон. Дальше у нас есть кубик 512, это будет Fire Rate. И у нас еще есть кубик 256, это будет Range. И вот такой вот у нас автик получается. Суперский автомат. Дальше что-то там игра предлагает нам, но мы отказались. И давай-ка... О, смотри. И давай-ка повыбиваем вот эти вот все различные блоки, которые здесь есть. Смотри, дабл выстрел. Отлично. Разбиваем сундучок. И вот, в принципе, дополнительные кубики еще берем. Короче, ты понял, да? Чем большие кубики мы устанавливаем на эту вот оружку, тем лучше. Тем лучше его прокачка. Итак, мы, в принципе, довольно-таки далеко с вами продвинулись, я хочу сказать. Смотри, смотрим рекламу, получаем x2 кубиков. Ой, это что такое? Unlimited cubes какой-то. А, бесконечное количество кубиков можно будет бросать. Ну, это тоже неплохо. Так, давай-ка мы, наверное, знаешь, что сделаем? Что-то бросим вот так вот. О, 256, отлично. Где-то вот туда вот нужно его бросить. Еще 256. Так, 32 бросаем. Вот мне бы туда как-то добросить. Восьмерочка. Есть. Так, 16. Объединяем. Вот еще 16-ка. И это все. Так, смотри, что у нас получается. Давай на этот раз Fire Rate поставим вот такой, вот 4000. Сюда поставим 1024 и 1024. К сожалению, в принципе, пушка та же самая, что и была. Тут еще есть Double Gun за рекламу. То есть появится еще один дополнительный пистолетик. Но я вижу то, что игра мне и так его предложит. Вон, видишь, вот сейчас мы врата эти откроем, и будет у нас Double Gunчик. Оу, ничего себе! Блин, я не смог его взять! Потому что я не смог разбить те врата, серьезно. Как же печально-то на самом-то деле. Я-то думал, что мы сможем взять себе даблганчик. А ну давай, знаешь, что сделаем? Давай мы еще сыграем один уровень с тобой, хотя бы 3 уровня вот по этой игрушке сыграем. Сейчас я быстренько побросаю эти кубики. Давай, прям даже особо так вот, знаешь, не думая, куда бросать. Давай. Так, туда он где-то пускай будет... Четверка. Так, смотри, какие у нас получаются кубики. Так, 4000, так, 2000, и тут у нас 1000. Все, поехали. Так, есть еще плюс ган. Смотри, видишь, вон, плюс один ган. Это хорошо. Смотри, их уже двое. О, да. Блин, 1000 кубик, 1000 кубик пропустил, 1024. Эй, печально-то как. Так, смотри, трипл выстрел. То есть у нас был дабл выстрел, а это у нас трипл выстрел. Новая игрушка под названием Eating Simulator, где мы с вами вот тапаем по экранчику, и наш персонаж начинает кушать. Он кушает яйцо. Смотри, за это все мы зарабатываем денежки, продаем то, что мы там наели, и покупаем новый предмет. Это у нас уже яблочко. Уже по 2, смотри. Уже мы кушаем по 2, типа как бутерброда. Продаем, и можно сделать апгрейд. Отлично, поехали дальше. Следующий у нас идет перчик. Чтобы его купить, мне нужно 28 денежек. Покупаем перчик. О, класс. Так, а перчик нам уже дает 7. Ты посмотри, как он толстеет, прямо на глазах. Продаем. Сейчас я куплю авокадо себе. Кстати, здесь смотри, есть автоклик, есть двойная рука и двойное поедание бургера. Покупаем авокадо. Ой, класс, какой же я становлюсь громадный. С каждым разом все выше и выше. Ладно, давай-ка мы это все продадим. Заработаем еще немножечко денежек и купим себе машрум. Машрум — это гриб. Покупаем гриб. Супер. Гриб нам уже дает 15. Ну, это типа, знаешь, это игра как бы кликер. То есть, если вы любите вот такие вот кликеры, то смело скачивайте данную игрушку. Так, new... Новый скин, это получается у нас. Также, помимо всего этого, то, что мы можем покупать различную еду, мы можем прокачивать также паренька нашего, смотри, чтобы он быстрее ел. Отлично. 16, а сколько было? Так, давай продадим. Так, смотри. А сейчас он будет по сколько есть? По 18, с тем же самым предметом. С тем же самым машрумсом. Смотри, по 18 уже мы кушаем. Так, продаем. И еще немножечко, и мы
Покупаем себе брокколи. 46. Ничего себе. Следующий у нас идет арбузик. Сейчас, еще немножечко, и у нас будет вкуснейший арбузик. Покупаем! Арбузик нам дает 61 бургер. Да, конечно, если, друзья, здесь еще смотреть рекламу, можно показывать просто суперские результаты. А если я буду тапать вот так вот двумя пальцами? В принципе, нет. Он не быстрее кушает, нет. Он как, в принципе, с какой скоростью он кушает, с такой он продолжает есть. Так, покупаем печенюшку, 79 она сразу мне дает. Ууу, какой он становится толстенький. Вот такая вот замечательная игрушка, надеюсь, что она вам понравилась. И давайте-ка мы еще сразимся с этим чувачком, кто быстрее. Так, здесь 10 секунд, я, конечно же, его сильнее. Если она вам понравилась, пишите в комментариях, и я еще когда-то в нее поиграю. Hill of Steel. Перед тем, как начать играть, я предлагаю купить самые крутые сундуки. Вот такие вот. Кстати, можно еще вот это вот купить. Это новый танк. И давай покупаем самый крутой сундук. Что там у нас внутри есть? А внутри у нас может быть тоже новый танк. И прокачка для других танков. Кстати... Смотри, какая крутая у нас... Вот новый танк, кстати, мы получили. Давай покупаем еще один сундук. И тут у нас что? Прокачка на другие танки. И тоже новый танк. Так, смотри. Возвращаемся обратно. Возвращаемся, выбираем танчики. И я хочу сегодня играть за вот этот вот танк. Давай-ка мы его сначала прокачаем. До максимального уровня прокачиваем ему бустик. Так, вот это можно ему прокачать. Прокачаем сундук. И, в принципе, все. По-моему, что это все, что я могу ему прокачать. Все, выбираем его и поехали. Я давно не играл за этот танк. Давай выберем экстра бустер. То есть быстрее, чтобы мы стреляли. У нас, кстати, здесь нет супероружия. О, неплохо. Но здесь довольно-таки быстрая перезарядка. Быстрая перезарядка и мощные уроны. Прикольный танчик, конечно. Он это как вездеход. Он везде пройдет. Ну уже, где вы? Чем мы сражаемся с какими-то странными чуваками? А где реальные как бы люди на танках? Ну, нереальные люди, но вообще, где человечки на танках? В чем мы уничтожаем какие-то летающие тарелки? О, наконец-то. Так, на, получи. Выбираем. Так, это, типа, наверное, пулька будет отскакивать. Воу, щищ. Как же эпично. Смотри, три попадания, и этой штуки нету. Танк мы вроде бы с двух раз уничтожаем. Давай найдем, отойдем назад. Просто прямыми. Катюша. Катюша не успела выстрелить. Да блин. Мимо. Давай подождем. Привет. Еще один раз. Иху. Так, битва с боссом. Босс у нас летающий. Оверлорд. Ничего себе. Ну что ж, Оверлорд, лови. Лови мои снаряды. Так, в сторону. Еще один раз его нужно грохнуть. Лови. Бум! Разнесли просто в хламину. Да. Конечно, когда танк прокачан, играть очень приятно. Зомби-качер. Следующая крутая игрушка. Кстати, у меня здесь тоже, как ты заметил, много денежек. И я здесь довольно-таки прокачан. Так, change weapon. Смотри, видишь, у меня есть такие вот разные оружки. Так, ну давай будем вылавливать отсюда зомби. Так. Ой-ой-ой, не туда бросил! Вот как нужно было сделать. Так, хорош. Привет! На изи их поймал. И вот здесь есть еще парочка зомби. Три штуки. Так. Опа! Всех просто за раз. А, все? Кстати, можно было немножко поярче сделать и потише. Вот так вот.
Чтобы вам было лучше видно. Это прям, наверное, чересчур ярко, да? Ну, мой iPhone стабилизирует вам, конечно, яркость, но мне это было чересчур ярко. Когда слишком ярко, iPhone скручивает яркость, когда слишком тускло, он подкручивает. Давай-ка мы заправим этих чувачков. Заправляем их. Это на 7 уровне мы сможем только открыть. А что я могу здесь, может быть, прокачать, что-то там задонатить? Можно здесь задонатить? Что мы здесь можем купить? А, можем прокачать вот, видишь, эти вот штучки? Давай попробуем прокачать все, что здесь можно прокачать. Оружка прокачана, в принципе. Шляпа. Можно себе новую шляпу купить, ничего себе, давай-ка я возьму ее. Самая дорогая, кстати, шляпа, что здесь есть. И все, тут у нас вроде бы уже все прокачано. Все, поехали дальше. Так, find, давай-ка мы найдем этих зомбачков. Все, можно еще что-то купить. А, так, ох, ничего себе, смотри. Здесь разные пушки есть, оказывается. Это у нас двойная пушка какая-то. О, класс. Попробуем ей пострелять. Так, вылазит зомби. Вау. А, он типа засыпает. Поняли? Это типа как снотворное. Ничего себе. Ну, сейчас мы их перестреляем. Кстати, очень быстрая перезарядка. Эй! Так, а два убежало типа, да? Но мы их поймаем. Да блин, стой, чуть не убежал. Там еще вроде бы один зомби есть. А тут есть какой-то? А, вон он, да? Стоять! От меня не убежишь! Это был последний зомби. Все. Такая тоже, знаете, странная игра. Мы ловим зомби, и из зомби мы получаем какой-то сок, а потом этот сок продаем, за это получаем денежки. Так, level up, наконец-то, 7 уровень. Это значит, что мы можем вот здесь вот купить еще одну штуку. Это у нас будут здесь новые зомби. Это хорошо. И сейчас посмотрим, может быть, мы можем по оружке еще что-то купить здесь. Так, пока что вроде бы все. Это все, что здесь можно купить. Хорошо, давай еще один уровень тогда сыграем. Зомби уже найдены у нас. Единственное, что выберем себе, допустим... Так, какую же оружку? Ну, давай выберем, наверное, вот эту вот оружку. Та, которая вот именно сетку бросает. Мне она больше нравится. Опа! Ой, меня кто-то там вырубил. Так, тут вот еще есть зомби у нас. Привет! Ха-ха! И вот здесь еще два зомбарика. Последние. Лови. Эта штука сама цель наводит, кстати. Да. Игра называется My Hank. Wake up! Подъем, подъем! Сейчас мы поиграем с этим вот Хэнком. Посмотрим, что он умеет делать. Это типа как мой говорящий Том, но только это мой говорящий Хэнк. Он хочет в туалет. Давайте-ка мы его сюда поставим. Так, он сделал все свои дела. Отлично. Это только первый уровень пока что, друзья. Дальше он хочет кушать. Давайте-ка мы дадим ему яблочко. Вкусно? Все, ты наелся одним яблочком? Ну, молодец, кстати. Так, и у нас что-то открылся. Открылся кролик. New animal. Ничего себе. То есть, здесь уже будет кролик бегать? Ну, это прикольно. Так, и что здесь? Что-то за место? Я могу здесь передвигаться? Так, кролик, иди сюда. А, смотри. Мне нужно пойти за этим кроликом. Сердечки я получил. Мы как бы бегаем за ним. Прикольная игра. Куда дальше? Смотри, слоник открылся у нас. Ничего себе. А где слоник-то будет жить? Ой, ну слоник, по идее, должен быть большим. Ну да. Побольше. Кролика. Ладно, идем к слонику. Смотри, это наш новый друг. Класс. Мне нужно помыть, наверное, его, да? Сейчас я сыграю какую-то игрушку. О, смотри, испачкали его в грязи. Отлично. Что дальше? Дальше выбираем мыло. Так, все, мы его намылили. И что сейчас? И сейчас нам нужно, наверное, его как-то смыть или что?
Так, ну он намыленный. Да, все, смываем это все водичкой. Смываем эту грязь. О, да. Смотри, как новый. И нужно его немножечко просушить. Супер. Вот такая вот игрушка «Мой говорящий Хэнк». Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если да, подписывайтесь на мой канал. Но пока что на этом все. С вами был я, Алекс. Я желаю всем удачи и увидимся в следующем видосике.